Всем добрый день, друзья. Упс, упс, упс. Трабл. Олег вытащил себе клубнику. Ест. Я поставила чай, почему-то была уверена, что у нас есть рис в кашеварке. Но нет, буду есть с хлебом. Подогрела себе картошечку. Картошку с хлебом буду есть. Мои уже все поели, скоро дети обедать будут, а на обед дети будут плов есть. Прянички собрала в пакет. Сегодня у нас пасмурная погода. Холодно. Вот. Но дома более-менее нормально. Уже, в принципе, температура не такая низкая, поэтому дома хорошо. Зачем там очередь? Фокус! А? Ничего, не отвлекайся. Что вы как эти, как лошадки на водобой столпились? Что жуете? Ничего, ничего, нормально. Сено. Все отлично. Сено. А что она у вас коричневая? Вкусно? Все. Идите к сену чаю налить. Идите к сену чаю. Заниматься давайте, идите. Миша уже опять третий день сегодня делает. Ну, в смысле, за сегодняшний день он уже план третьего дня выполняет, да? Скоро закончу, да? Осталось устно только перед... Пап, хватит. Да, последний. Миша! Такое вкусное сено. Черные зубы. У кого черные зубы? А? Анекдот, когда ёжик стоит у обрыва и кричит: «Медвежонок!» А кто-то подходит такой: «Ты чё орёшь?» Ничего. Ещё там дальше было. Сегодня я решила с мальчиками поехать на тренировку. Потренироваться? Ага. Форму себя привести. Вот. На самом деле, Алексей не может общаться с нашим турецким другом, а мы ему недоотправили часть денег. Сломался тогда банкомат. Поэтому специально еду в Эрдемли, чтобы выполнить миссию. Миссию, да. Вот. Сегодня у нас пасмурная погода. Ну, за бортом 13 градусов тепла. Достаточно комфортная температура. Такие у нас дела. Алексей, да. Пару слов, как докатился до такой жизни. Это было тяжело. Хочу сказать спасибо родителям киноакадемии, нашей команде. Мы работали, мы старались, мы молодцы. В следующем году мы снова это сделаем. Всем спасибо. Спасибо большое. Мы тут с Алексеем положили кресло. На улице дождь прошелся. Неохота даже вообще из машины выходить. Поэтому мы ждем детей. Отвечаем на ваши комментарии. Вот такой вот образ жизни у нас. Валяка, лежебоковый, в машине валяемся. Да, Алексей? Сейчас дети отзанимаются, домой поедем валяться. Кто-то работать. Да, кто-то рецепты снимать. Так и живем, друзья. Ночное Эрдемли.
там песня пелась? Типа того, да. На бульваре Ататюрка. ГАИ ходит, интересно, в таком костюме. Маску мне еще одень, полосатом. Полосатая ГАИ. И непростое украшение. Какой-то FC. Это не ГАИ, это какой-то этот служащий. Дорожный сотрудник. Да. В общем, вот такая вот красивая. Ну, полиция прячется, синенькая полоса. Полиция, маска, да, прячется. Полис. Лимончик тут засветился. Опс, опс. Ой, здесь не светящийся. Ой, мама, лимончик. Справа светился, а слева не светился. Как позанимались дети? Отлично. Отлично. Молодцы. Что ты скрипишь там? Чем ты скрипишь? Рукой. Вешалка он скрипит. А-а-а. Ну все, мы едем домой. И сейчас дети будут продолжать заниматься в своей онлайн-школе. Не, делать. Миша будет литературу делать. Нет. В смысле, я ведь делаю уже. Тест на следующей неделе. Ну, в смысле, нет, на второй. Нет, мы сделаем... математику ты хотел, потом, да. Физкультуру, а потом математику. Математику. Нет, сначала математику, потом физкультуру. Нет. Да. Физкультуру там же надо подтягивание. Да. Вот именно. Я же сказал уже много раз, вместо подтягивания можно сжимание. Кто сказал? Деловой. Что ты носишься? Носки порвешь, будешь кататься. Отойди. Энергия у него, судя по всему, хватает после тренировки. Хотя тхэквондо это довольно такой энергичный спорт. Нам воду принесли. Папа, ты пиццу будешь? Или что-нибудь? Никто не предлагал даже. Никто не спрашивал, два я хочу или четыре. Я вчера поел пиццу, так что я, если ее мало, то я, конечно, вытерплю и без пиццы. Я балинчики хотела снимать. Балинчики. Спину сломаешь. Спину сломаешь. Мама, расскажи, что ты тут делаешь у нас? Сама не знаю. Вот такие блюда здесь у нас. Правильно. Сама не знаю, что это такое. Лаваш, салат, лук, перец, помидоры. Вот этим сейчас будем сейчас питаться. Колбаса! Это уже интереснее. Это пицца недоеденная. Вчерашняя. А что ты ее так раз потрошил, бедную? Вот. Извините, пицца. А Миша, мы здесь слышим голос, у него лекция по математике идет. На дворе уже полвосьмого. Он уже пятый день сегодня делал. Он уже четвертый. Четвертый это предмет? Физкультуру мы не сделали, поэтому не пятый. А, да. Хотел еще Миша физкультуру сегодня сделать, это было бы у него пять занятий за сегодня. А мама не сказала. Не а разрешу. Не надо сначала математику. Доброе. Вот так-то. Давай занимайся там Ки у тебя. Доры. Бен, бегей, беден, эй, тими. Громко сказал, беден, ничего. Беден, эй, тими. Что, не знаешь? Физкультура. Не знаю, давай иди. Бей. Давай занимайся, ты сегодня беден прямо... Беден эй тими. Иди математику доделывай. Беден эй тими. А то может что-нибудь еще какое-нибудь рисование успеешь нарисовать. Или Рисим? Музыку. Мюзик. По технологии. Мюзик. Сумочку по технологии шить не хочешь? Робототехник. Давай, сегодня ломани еще 5 уроков. Успеешь за сегодня? Да, если мы сейчас сделаем... Партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. Вперед. Вкусно? Очень. Понятно. А ничего не выпадает? У меня такая же стоит, лежит шаурма. А там у вас какая-то? У вас лаваш сырный или не сырный?
А у вас там кетчуп, майонез, горчица? Угу. А мясо у вас или говядина, или курятина? Угу. Ходила и вопросы глупые задавала. Вопросы глупые задавятина. Михаил, занимайся, пожалуйста, уроками. Ну, приятного аппетита вам. Видишь, как папа тебе показал? Никак. Двойку писать. Никак. Пап, как двойку надо писать? А где волна? Математику делаем. 3,96. Пиши. А я затеяла блинчики 10:30 вечера. Никто уже кушать не хочет, но я утром... Алёша хочет кушать. Но я утром не хочу вставать, чтобы эти блинчики готовить. Поэтому сейчас с вечера пожарю, а утром дети покушают. Вот. А скажите, пожалуйста, мне так интересно, я одна так делаю или все так делают? Из молочного старья, которое завалялось в холодильнике, которое уже так просто никто не ест, я делаю блинчики. Кладу небольшое количество этого. Упс. Первый блин комом, как вы думаете? Упс. Не комом. Первый блин не комом. Беру, значит, этот ванилинку. Маскирую, короче, ванилинкой все. Кладу туда пищевую соду, яйцо на кончике чайной ложки, соли и пару чайных ложек этого сахара. Вот, завтра со сметанкой. Дети, откроете завтра сметану сами. Дети завтра сметанку откроют и навернут блинчиков. Вот, сейчас напеку. Красивеньких, вот таких аппетитных. Кому нравится, ставьте лайк. А Миша тут, смотрите, на большой экран ему транслируется задание, и он решает. Почерк, посмотрите, отвратительный. Ладно, не будем смущать молодого человека с отвратительным почерком. Пусть занимается. Вот какой красивый почерк, мам. Экс. Опс. Опс. Первый блинчик готов, угощайтесь. Кто будет? Леша, будешь реально блинчик? О, смотрите, какой аппетитный. Все, я буду жарить, потом покажу вам стопочка, какая у меня получится. Ну что, друзья, вот такая аппетитная стопочка у меня получилась блинчиков. Смотрите, какие классные, прям румяные, да? Кому нравится, ставьте лайк. И последнее у меня будет полублин. Вот такой. Все, завтра, детям на завтрак. Мишута, молодец сегодня. Давай, Петюлю. 4 дня завершил учебных за сегодняшний день. 2 на этой неделе и 2 на следующей. Умница, иди спать. Пап, иди накрой ребенка. Не надо, обожгешься. Уйди, уйди. Все, иди. Спокойной ночи, Миша. Угу. Ты умничка. Ты герой. При том, что закрывает он все на 1 пятёрки. Да, красавчик? А, по-русскому 4 получил, да? И тройку по-английскому, которую должны исправить. Тройку должны на 5 исправить. Честно говоря, я в шоке. Я в шоке. Я всегда была недовольна этой школой. Но нам надо. Мы вынуждены. Вот. И что я вам хочу сказать? Тем, что этот... Сейчас я тобой недовольна, что ты меня перебиваешь. Вот. Что я вам хочу сказать? Я хочу сказать то, что английский. Он же у нас вообще англичанин, да? Вот, у него очень высокий уровень английского языка, благодаря нашему учителю. Значит, смотрите, английский язык. Там нужно написать пропущенные слова и поставить их во множественном числе. Множественное число там не просто s добавляется, да, а где-то es, где-то там буковка последняя меняется с f на v галочку. В общем, там все-все-все эти правила он хорошо понял, все знает, да? Все выполнил правильно, но написал слово и точка. И ему за эту точку, потом, когда мы заходим, смотрим правильный ответ, буква в букву все совпадает,
Только точки нет в правильном ответе. Там была вот такая линия, и точку поставили. Да. И поэтому ему минус 25 баллов сделали сразу за вот эти вот задания. И мы оспариваем сейчас, переписываемся с педагогами. Не знаю, у меня была бы пятерка. Да, должна быть пятерка. У меня сейчас 60 баллов. Да. У нас, я могу рассказать примерно. Примерно это... Пятерка это от 100 до 81 балла. А у тебя должно быть 85. Четверка, да. Четверка от 80 до 61. Ага, а у тебя 60. Тройка от 60 до... Неважно уже. Мы уже на такие баллы... 21. Мы на такие баллы уже не решаем задание. Ну, у Миши вот за счет того, что ему не зачли 25 баллов из-за вот этой ерундовской ошибки, которая к английскому языку вообще никакого отношения не имеет, ему поставили 60 баллов. Это тройка. Вот. А если его 25 баллов заслуженные вернут, то будет 85. Это пятерка. В общем, ладно, все, иди спать. Завтра давай еще тяжелый день тебя ждет. Сейчас папа тебя придет, накроет. Кстати, мам, знаешь, как я могу делать эти тесты? Не знаю. Все, иди спать. Спокойной ночи, Миша. Hi, Misha. Pantomima. Бедная кроватка. Всем доброе утро. Ох, какие у нас барашки на море, посмотрите. Все прям белым-бело. Это такие волнушечки волнуются. Мы сегодня... Мишута, выпрямись, пожалуйста. Миша уже второй день делает. Время только 12. Умничка, молодец. Миша, красиво пиши. Миш, подожди, остановись. Ты стал некрасиво писать. Давай ты покушаешь яблоко, а потом продолжишь. Давай, перекуси. Недолго. А потом продолжай, хорошо? И пиши красиво. Смотрите, у него какой красивый сегодня с утра почерк был. Он прям в ударе. Я говорю, наш ли это ребенок писал, или ты кому-то сбегал и тебе написали. Смотрите. Красота. Вообще лепота. И сейчас сидит, жует яблоко и пишет вот так. Ошибается. Ужас, ужас, Михаил. Так, ну-ка убрал черепашки-ниндзя. Я сказала быстро, за 2 минуты съедаем яблоко и возвращаемся. Скушаю, докушаю, посмотрю. Не надо смотреть, я не разрешаю. Докушаю, тормозну и продолжу. Быстрее давай докушивай. А, дети сегодня позавтракали блинчиками, им понравилось. Да, дети? Да. Алексей нам тоже чай налил, сейчас будем чай пить. А я вчера выставила, здесь у меня баранина, чуть позже покажу, не хочу пока. Завтракать собираюсь. А здесь у меня этот, самончик, красная рыбка, я ее хочу засолить. Вот, мне что-то Настена задала вопрос, есть ли у меня циновка. Я говорю, я не знаю, я поищу. Но потом я ее поискала, и да. Потому что тогда, когда мы собирались из России в Турцию, я просто закидывала, вот на что глаз лег. Я не все забирала из России, но на что глаз лег, то забрала. Циновку нашла. Настеной поделюсь. Настена, если смотришь, с тобой поделюсь. Вот. И сама тоже буду катать роллы. Роллы буду делать. Этот лабне, сыр творожный куплю и сделаю роллы. Вот. Что вам еще рассказать? Погода у нас отвратительная, дождливая. Сегодня такой прям гром гремел под утро, часов, наверное, в 7. Утром, вернее. Вот. Но, вы знаете, уже температура воздуха достаточно высокая, поэтому не холодно. Вообще не холодно. Вот когда был плюс 1, вот тогда холодрыга была. Вот. И завтра обещают... Да, дождь идет у нас. Завтра обещают переменную облачность, а послезавтра уже солнышко. Смотрите, какое море. Такое прям хмурое. Ух, злится на кого-то. Наверное, на нас что?
собираемся, вернее, крутим в голове мысли об отъезде. Вот. Но мы еще пока не собираемся, мы еще пока наслаждаемся видами. Искупаться, конечно, не искупаешься, вот, но каждый день, да, да, это огромное для нас, малоежек, у каждого в жизни свои ценности, для нас, малоежек, огромное-огромное счастье каждый день наблюдать из окна вот это вот голубое, иногда серое, иногда спокойное, иногда штормующее морешко. Вот. Будет хорошая погода, надо будет как-нибудь прогуляться, а то как купальный сезон закончился, толком я там и ни разу и не была. А, один раз, Сардинч, огромное спасибо, позвала меня на прогулку. Ну, у нас так с друзьями нашими любимыми принято, кто что просит, никогда мы, или предлагает, никогда мы друг другу не отказываем. Соответственно, они предлагают, она предложила прогуляться, я, конечно же, с удовольствием согласилась. Вот, и это было в районе декабря, наверное. Да, в декабре мы с ней по набережной прогулялись. Все, больше моя нога на набережную не ступала. Ребята мои молодцы, вот они прям активные, ходят там, гуляют и не леним. Единственное, что сейчас, как они с учебой связались с онлайн, у них экстра такая ситуация сейчас возникла, что надо работать в поте лица ударными силами, поэтому, конечно, времени даже в солнечный день пройтись на набережную у них нет катастрофически. Вот. Но ничего страшного, все пройдет, и это тоже. Михаил Алексеевич, все, я выключаю камеру.